Знаете, какую еще интересную тенденцию, помимо казахстанского скайдайвинга, мы заметили в последнее время? Многих акимов и т.п. начали освобождать от занимаемых должностей. Почти всех подряд освобождают. Они еще никогда себя такими свободными не чувствовали. Того освободили от должности, этого освободили от должности. Не уволили нахуй, а именно освободили от должности. Ну да, сейчас же все начали перефразировать. Лишь бы не ранить чувства. Все такие ранимые стали. Особенно, когда поняли, что могут выиграть суд. Сейчас нет пожарников, сейчас есть только борцы с огнем. Не полиция, а борцы с преступностью. Нет глупых, есть труднообучаемые. Нет коллег, есть неравноспособные. Нет стариков, есть люди золотого возраста. Нет инвалидов, есть люди с особыми потребностями. Такими тенденциями скоро жертв изнасилования будут называть недобровольные получатели спермы. А вот вместе с названием что-нибудь изменилось? Не, нихуя.